начинаешь после трех стаков муравей, ты забираешь, и после трех стаков пал, потом ты забираешь. Ну раздавай. А, блин, забыл одну из них. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. А РНЖ возьмите, Лем, поставьте тем. Природа была. Бой, герои! Я пока не могу. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Надо подождать. Третий где? Более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно... 2 секунды до боя. Да. Идем. Ставьте третий ауру вместо темной. А, лимошка. Да, поставьте. Кинешь потом на гелда по моей команде бог. Лужа, увидите синяки мелики. Лужа, увиди гелд, увиди, они не видят. Иди, хороший рейд. Гелд, ой, муравей, забирай, ты можешь кинь на гелд, дай бог. Лужик, не стой, серза, хильте. Держи там дубовую кожу, когда она все дела. А, гелд, скартопаловый танчик слева, муравей, ясно. Гелд, забирай, поднимай. Раскверить, поднимай этого муравей-то. Бля, муравей, ты который раз уже танчишь и постоянно подать ему баф. Не знаю, как ты прожимаешься там. Понятно. Мелизон, собственно, будет сбегать. Гимн на ману, хоп, распой. И ты танчишь муравей левого. Вот танк и право танчишь. Прям право геру даем. И опять все равно уже взяли. Так, по моей команде кинешь. Я здесь зерковый поставлю. Ну, Хладин, бейте синие джаги. Да, Рпау, бейте. Обязательно. Забирай паладин, паладин забирай. Ты бегатарь. Мелизона. Так, все, бьем селево. Еще раз крайбуги сделал. Не, пропал. Гимн на хп давайте, гимн на хп давайте. Все шипы гимн на хп. Как это так вышло, что ж. Все особо-то почти все. Да фигня. Надо подождать. Поэтому этого босса убивают одновременно. Да не, обычно такой фигни не бывает. Да пэш, похрена. Он должен желтый, по идее, всегда плеваться. Ладно. Дайте гимн на ману. Есть, да, давайте. Шмана, дайте тотем, если есть. Пытайтесь добить, как у нас пойдет этот бог. Стреляйте и на точняку. Так, 5 секунд еще. 2 секунды. Убил его. Гелд, забирай босса. Ой, это там. Ауру от холода поставьте. Здесь тоже РНЖ возьмите по бокам. Так, добьем. Маги поставите столик, поднимите паладина, дадите ей фулбафы и можете запускать бот. Держ, давай, показывай соски.
Так, он же возьмет, он еще дышать начнет. Мелька подкинет. Ошибка. Страшно тебе. Бегу, включил давно. Вот и не бегал. Ну зачем? Забирать что надо? Ретро, поднимайте сейчас. После запустили для детей кубах и дайте. Поставь лучше мастер лот и забери себе, а потом разрулишь. Потом не было никаких конфликтных ситуаций, как это было раньше. Так это же было раньше. За сколько ходим сейчас с вирплотом? Прям нет. Ничего не... Ну, сейчас подойдем, у меня тут ретро, а еще один запущен. Так там, я не знаю, не так, меня быть. Слышно? Да. Это последняя ситуация была, это когда Марк там уебывался. Толкать тем более. За сколько ВК ходим с этим работником? Да, тут шмотки. Никому ничего особо не надо. Ладно, хотя с другой стороны, это просто выявить неадекватов, наверное. Тут если кому-то надо будет там подсмут или одеть шмотку, лишь передадут. А, ну, вы что договариваетесь? Если там рецепты все ролят, сферы ролят, там все равно все время терять просто народ. Так, 12 секунд до боя, не успел все рассказать. А, все дисплеят, там Лем, ШП, маги. Красную метку захиливаем, зеленый выходим. Возможности дисплеят. Гелт, ну ты знаешь, что делать с новухами. Гимн на ХП. По моей команде шипашки выдают сакру то же самое. Появится вулкан. Сначала стаки диспалить, потом есть вулкан. Вдруг портал появится. Где он портал? О, у нас есть сова, меня хильте. Можете за вулканом потом не бегать. И вулкан. Так, танчи его на зоне сейчас. Кендри, ты мог бы глыба снять, но... О, можно стать. Долджи хит. Или Машка Бабла можешь снять, если возможно. Чешки хил, кстати, тоже не отдавать. Нарколога хилить. Так, вулкан бьем. Сова. О, газ. Отдавайте чешки, хопка, гим на хп. Хопка, гим на хп. Тогда давай друг друга шп. Если не на кд сакру, давай кладем уже. Сакру, сакру. ЛД глыбы снимай. Как шандараж. Не похитить. Не, точнее. Че это за бахчу и метку захитить не мог? Там получается у меня была метка, я еще какая-то хрень. Это баф? Ой, какой баф. Ты имеешь в виду, что у тебя там 50% хп было, ты себя хилил и хп не повышалось, да? Ты про это? Ну да. А, нет, это... не повышает. Да, это специфика этого дебафа, поэтому как можно быстрее надо захилиться. Ты из-за этих приколов бывает и вайпа на ДБ. Так, ладно. Поднимайте точника. Уходите из... В общем, идите в сове. Пожалуйста, запускаю.
И кто там у нас стоит? А, Гендель, ты здесь? Жал, так у нас кто-то завис. Лишь победив их, вы заслужили достоинство. Мак, уйди подальше. Там же появляется чемпион. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов... Да дай лучше Элчат. Ой, Элчат. Хорошо. Там сидит. Так, сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так. Фасад. Забираешь звезду. Такого забирает Моровинт. Потом ДК забирает... А, Лимошка. Тауромик. И... Эмх, а нет. Нет, нет, это саму. Нет. Алло, нет, меня слышно? Да, да. Это Хазарак, меня выкинул, сейчас зайду. Я знаю, заходи. Так, ладно. Первым будем мы заливать Лока, запоминать свои цели там. Сейчас его только найду, он там спрятался. Ладно, на него звезду. Мы его будем первым заливать. Потом мы будем заливать Ханта. Кружочек. Потом мы будем заливать Солу. Треугольник. А, по диспелам. Рем, ты будешь диспелить точно цель? Попка, давай ты подиспелишь массово. ТТМ на антифир чаром поставишь. Шоздрак тоже можешь поставить ТТМ на антифир. И... Да, в основном. Сейчас никто не бежит. ДК нах, если есть возможность, подтяни сюда к нам звезду, кинешь на него оковы. И в W потянешь его сюда в РДСОН. И будем его спокойно бить. Игрушка, ты можешь подбежать, дать точечный стан Холипалу. Экстримка, ты можешь подбежать к самому, дать точечный стан. Ретри, ты можешь побежать к Престонтар, тоже дать точечный стан. Ну и все. Сначала идут танки. Точняк, ты готов? Да, готов. Все, сначала идут танки, обдешники, вы стойте на месте. Потянут эту звезду. Ждите, не торопитесь. И ШП, Аналвин, встань немного правее, потому что там сейчас будут танчить миликов. И они могут побежать на тебя. Сейчас, терпите, спалите звезду. Можете здесь Гера дать, она нам прицепились. На ластик красный откидашится. Спалите звезду, пойду там. Кира скидаю. Мир диспельте у них, блядь. Хер не дали нихуя. Ладно. Добивайте звезду, что мы долго бьем под Гера. Эти, потом кружочек. Кружочек уебывается. Так, если есть возможность шипачки, можете там повихрять хилов. Повихревать. Тоже может. Покаяние покидать тоже может. Чаржница, Варри, да, Сфир тоже может. Диспельт. И Лем, ты можешь скинуть сейчас отсюда, допустим. Пунктикова. Нажми копии, если есть. Винвис в студию. Скинь агрос ДК. Так, сейчас снес. Пойдет этот фильм убивать, потом бьем Солу. Гера стоит, где надо. Добьем Солу. Тут хилы рядом, вы можете кинуть лягушки, пока я не там. А, наверное, дать снова. 31. Потом вьем. Давайте сольем маг. Полезный. Давайте перестанем сольем.
Вон звезда, что-то с вихрей выйдет на него. А вводите ДК, там ДК нах может помочь паладину румбика тянуть к воротам. Он было легче там. Эти звезду, потом будем биться молот так. Ух, убежал. Короче, так что ли. Вот у нас звездой. Давайте добивать и идем самого. Бейте звезду, он сзади вас. Ну, кстати, у нас. Только хотел сказать, что у нас здесь кто не упал и только что. Бля, мат, ты все-таки это. Ехал. Блять, ну он подошел. Он вообще ближе подошел, ха. Вообще, ну я подошел, блядь. Он тоже такой, блядь, странный. Ну ладно, пускай отдыхает. Постараться. Мат, пока мы бьем. Мат, пока мы. Пока мы бьем, ты можешь сходить и чей канал. Я убежал. Пьем полипало. Пьем полипало. Потом будем мага добивать, а не теперь разместиться. А всем тактику расскажу на следующего босса. Вот он мне рассказывает, кстати, лоб. Ну, в общем, попал раньше слева, где-то правого, север темную. Попал белую. По поводу смены цвета я вам скажу, когда меня либо не скажу. И все. Если наша валька кастует, мы соответственно меняем цвет. Если на нашей вальке появится кулачок красный, соответственно у левой вальки появляется щит, мы меняем цвет. На нашей вальке щит, мы не меняем цвет. Если чужая левая валька кастует, мы не меняем. Кто не понял, лисаница. Нихуя не понял. Ты кому ты тактику вообще рассказываешь? Да хер его знает. А кто тактику вообще не знает ЛВК? Лисаница. Он сдохнут, ну сдохнут, ну и шо? Но... Врезать их не будем просто. Вот, допустим, Гэндальф, я вот думаю, тактику не знаю. И раз он стоял медик. А есть тут такие люди, кто знает тактику вот, официальную на вот этих валик? Ну там сверки надо ловить. Который да. Света там портала. Делится. А ты половина знаешь... берет одну, половина вторую. Да, а ты знаешь, для чего он делится? Для разгона ДПС он делится. Для того, чтобы... чтобы вальки под одинаково попадали. Да, урон того, меньше шел. Да. Ну и урон, и для того, чтобы щит вот этот успеть сбить. А, я еще на Сирусе видел такую хуйню. Они, короче, две вальки рядом с одним порталом кончат. Ну. Типа, если надо сменить, они меняют цвет, вот эту, ну, берут белую, да, и бьют, переключаются в другую вальку. А потом, пока они переключились, уже бьют, переводят их к следующей, к темной. Ну, мы, кстати, тоже можем их рядом. Больше так урона будет. Да, урон сразу. Да, ДПС находит себя. Ну, так на Сирусе они же только СЛК считают, хотя у них ДРСки, наверное, даже еще нет, у них, наверное, ПВКшный шмот самый лучший, поэтому ДПС мало, СЛК, все дела. СЛК там так, ну только открыли недавно, я знаю, вроде. Брейк, уходи. Кто там стоит? Уходите уже оттуда. Ну-ка, все здесь дети. Может, просто уже ДПС-то решают. Кто там у нас еще рейтер, я у нас, как я понимаю, офнулась. Я надеюсь, вы не пропустили там. Просто так реально больше ДПС. Ты прикинь, милики, бежать будут людей 40 метров. Так, рейтер, ты здесь? Куку, Вася, хватит просить шмот. Ты чё, жалко шмотки эти? Я не знаю, она на успех, наверное, за ней делала. Они бы распылились. Так, все, я запускаю. Папу дайте. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Ну эти шмотки на ДБ не идут.
Пусть состязания начнутся! На кукувазе не дешмот с винтой. Расстрелять. Это да. Так. И вообще его вреда не вижу. Деканат, трапать. Ну, давайте чек. Я вам уже все рассказал. Хотите заново расскажу. Танки поехали. Молите здесь только темные сверки, я забыл вам ответить. Чего здесь надо? Хотя, кто там сказал насчет... Зачем тактику рассказывать? Там где-то, да. Мы уже ее расскажу. Мы уже здесь ходим раз. Я слух рассказать, помолчи. Ну, можем что-нибудь другое пообщаться. Ты не знаешь, что тебе управлять. Если ты управлять тебе не будешь, то не вайпнулся. Согласен. Сюда здесь ходи с того, что они тупой. Ну, ты уже их так не обижай. Не-не. Это надо к этому привыкнуть. Если там игроки сами по себе хорошие, то в рейде они, ну, могут закосячить. А Ромку-то забери другую. Алин. Чего? Чтоб вы понимали, это идет четвертый босс. Первым еще было, да, этот куча мобов. Эти два вара оставшихся стагнули, а раскол только все 8 раз. Двоих. Началось. Кидынул раскол, смотри, никто не стакает, просто считал, сколько раз они их застакали. Это ты мне написал, типа, заметки раскол. Я вам обещал, напишу. А. Ты меня обидел, я вот поэтому сегодня не стак. Ты мне не напоминаешь, я не стак. Да у меня уже палец болит, тем более стак стерск. Я только на 3 кнопки не выпрыгнул. Там 3 прибить. Да вы похитите, у вас не только пальцы будут болеть. Ну да, у меня же нет хила. Жопа еще будет. Не, жопа будет потеть. Так, в общем... Игрушка, у тебя там, по-моему... Проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Можешь на нубы поставить лук, но могу. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяной так. А что такое Гэнда? Он боится, что восьмерках у него заберут. 4 треша пролетит, ебануть их, умереть. Так, короче, а кого там хулипал? Игрушки, так ведь? Души твоих павших чемпионов. Кого там хулипал еще есть? Вот, точняк, спека всех попала, ты спека всех хулипала. Сами решайте, кто и где будет танчить недавно. А, первую пачку мы сливаем, вторую пачку можно не сливать, можем больше ДПС от босса, так как он закопается, и мы успеем залезть второй тершак. Третий тершак появляется, мы его сливаем. Потом же босс переводится, танки танчат его в стороне. Хилы на 15% держите рейд, танков и себе на фул. И чаром ПТМ не забывай. На приколе, блядь. Чё, не удержите? 15, блядь, ебанись. 30? Блин, ты как засмеялся, как я, блин, писать на хоте. Так, давайте быстрее, на самом деле, я не шучу. А кто второй танк хочешь? У нас точняк, лимошка. Точняк. Подождите, не пули, не дайте хоть спех, не слышу. Давай быстрее, я на самом деле в тот пули слышу. Ну, на тур, короче. Мы пока босса убьем. Пока мы были в обычке, потом 25 хрэмми, все готовы, запускайте. Я... Где я танчу? А, ну сам решай, где ты танчишь. Да, ну давай, справа. В Долоране, вот.
Сейчас камень прожму только. Я, короче, выпил 6 литров чая. Сзади. Черного. Не увидите их от босса. А, это была шутка про лича в 19.52. Так мы, блин, там вайпались, теневой бейте. Мы, блин, там вайпались сначала на леди 2, 3 вайпа было. Потом 2 вайпа было. Один вайп был на совете. Потом один вайп на 78 был. Обычка 3 часа была. Ну вот, да. Да. Да, сейчас босс закопается, идти на ману на свое, что он... Да. Так, больше здесь ДПС босса давайте. А вы так подведите его под босса сейчас. Так, что-то еще хотел сказать. А, хопка, отдашь, как он закопается, он гимн на ману. И так поставь. Играйте по трэшу, а то сейчас зароется опять. Не, если зароется, он потом появится на успехе. И да. Тогда этот аналогин, да, это дожди на ману и поставить что-то эншмо. Вот, ты можешь залить ману полипалу, Шизараку можешь залить конскир. Ачивку хотели сделать. Это в веке 25 вас прикол здесь. С обычки можно, да? Да. Хотя, в принципе, это чего можно и в хреме сделать. Все разницы даже. Ты почти потеряешь. Там, по-моему, стаков многовато будет. Ну да, плащ тогда потеряю. Так. Так, помните, первую пачку мы сливаем. Ой, последнюю вот сейчас пачку сольем и все. И босс. Запомните дамаг пока что по боссу. Убейте стершак. Иди его под босса. Залейте стершак, он последний. Кто него убить? Убейте босса. Сейчас фаза пойдет. Шаманы. Шаманы. Ну дайте геру, блин, шаманы. Спасибо. Все тащите их в стороне там. Так, что не будет, о. Ну отдай одного, ты чё? Тебя три. У меня пал только. А, у них три. Да ты три, ты забрал моего. Я вообще. Я что-то устал, сегодня же туплю так, что. Кто можете не хилить? Вот. Так. Гляньте, что там у нас на сундуке упало. Там вот. Две власти, пять. Тани, трофей. Тани. Что там, хитрость? О, да. Сильвана. Хитрость, да. На раз. Чё, Даня, за ней ходил? Ну да. Кто выше по первому, скажите, я отдам. Гел. Ну тогда ему отдам. Кому-то ещё надо было? Чтобы знать, за фул да, давать или за фул. Фул, там башу по-любому надо, еще по-любому кому-то. Хорошо, что это трофей. Тогда начислишь ты... сам себе сейчас ГП, ты можешь сейчас начислить, я тебя... РЛ, ты же отдал сапоги вместо трофея. Ты же трофей дал на ровру или трофей, а ты отдал сапоги. Как так вышло, что я поддон, ну я сейчас поддон отдал, я не знаю, как сейчас я сапоги. Трофей у меня второй. Серж. Кто такой Серж? Так, ну кто там выиграл, дайте трофей тогда. Кому отдать трофей?